Жители советского района собрали более 3 тонн гуманитарной помощи. Для эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик собирали вещи во всех поселениях советского района. Это и продукты долгого хранения, вещи первой необходимости, а также детское питание и игрушки. Сейчас грузовик с помощью югорчан отправится в Сургут, в окружной распределительный пункт. Дальше коробки доставят в регионы России, где развернуты лагеря для временного пребывания эвакуированных. Здесь у нас и детские смеси, сухие каши, крупы, макароны, чай, конфеты, детские вещи, постельное белье, подушки. То есть перечень необходимых предметов, которые нужен будет в пунктах временного размещения. Помощь людям – это всегда должно идти от души, что-то не принудительно. Мы вместе, мы сопереживаем жителям Донбасса, помогаем, чем можем.